перестроюсь. Правый ряд перестроился. Ты перестроился по сплошной линии. Видел? Нет. И знак 40. И у тебя скорость больше 40. То есть 10 баллов ты поймал за 2 секунды. Понял? А что значит 10 баллов? Ну, 5 линий, 5 сплошная и 5... Нет, что это? К чему? Уставные. Ведет. К тому, что домой идешь. Ага. А сколько можешь? 4. Выбирай место для остановки. Вот, видишь, ты не увидел знак. Остановка так вот запрещена. Что вот? Знак. Он сзади был. Метров вперед идет. Он и сзади был тот знак. Второй знак ты видишь, третий. Вон, где со стрелочкой до знака остановка запрещена. То есть надо было тебе этот знак проехать и остановиться. Да? Конечно. Вот у меня парень здесь на экзамене не сдал. Ну что, лучше сейчас ошибиться, чем там. Конечно. Выбирай место для остановки. Перекрёст так проехал, останавливаешься? Да. Ну там же ты останавливайся. Ты же там видел, наверное, что ты видел, какие знаки видел? Остановка запрещена. Ну а потом какой тоже знак остановка запрещена, но со стрелочкой до знака. То есть ты не мог остановиться до этого знака. То есть ты как только его проехал, ты прям можешь сразу за ним остановиться. Тут не надо было искать перекресток, понял? То есть, ну, тебе стрелочка указывает, что товарищ, вот, до меня останавливаться нельзя. После меня останавливайся. Ну, на экзамене, ну, если бы я так сделал, то, в принципе, можно. Ну, можно, ничего страшного, но я хочу, чтобы ты просто понимал. Поехали. Там знак висел. Что это? Двигайся, подлить можно. Надеюсь, я там. Зеркало только смотри. Тормози, 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 тормози. Долго не едь по вот этой вот херне всей. Тоже не будь таким резким. Не надо. Да, это вот. То есть не надо спешить. То есть экзамен он не на скорость сдается. Понял?